Как дать ссылку на видео в Терабоксе? Терабокс — это приложение для, ну, хранения файлов на 1 терабайт. Так, это я уже давал. Ну, допустим, вот на главной странице, потом на вкладку видео заходите, и вот берете так долгое удержание, раз, два, три файла. Поделиться ссылкой. Ссылка уже скопирована в буфер обмена на 3 файла. После чего открываем, допустим, WhatsApp. Так. Вот так. Вот так. На 3 файла. Все, готово.